условия, как и ВК сходили? Да убили нормально. Вайпались просто как бичи, блядь. Требуется ключ. Сука, нету ключа, нажмите кто-то. У меня ключ есть, запускаю. Как у меня ключа нет, я херею, блядь. Дайте бафа. Готовы же все запускать, верно? Да. Бахомовский, дай каску поварам. И лови боссы. И по паладину. Вот и все нахуй. Сделали очиву, ребята. Ну да, дайте в кашу рубов, диван это вообще. Разум, блядь. Все, полиция ревогнусь, мне что-то, блядь, ходить не могу. Охуенная чива, блядь. Профит. Ты чё, мне пешкодрапом бежать сейчас, блядь? Чё? Это пиздец. Почему я летать не могу, как в ЦЛК мы залетаем, типа, призрак? Ну, потому что это Борейская тундра, и пошел ты вообще нахуй. Мы как остальные, и все. Не, ну там типа летать можно, то что этот, ну где кузня, яма, туда же без летуна никак не добраться. У Эдуари та же приколюха. Блять, а как наверх зайти, тут чё? Там спиральная лестница. Пиздец вообще. Сейчас Ракшаза надо суммонить, блядь. А как выйти с инста, никак? На портальчик нажать и все, и обратно выйдешь. А. Ну зайди, посмотри, нажми на портальчик, если тебя обратно выкинут. Куда вы там все вниз пошли, если здесь наверх идти? Ну нажал на портальчик, но меня что-то никуда не выкидывал. Да, что-то он исчез. Что-то исчез, да. Ну, похоже, Поклонский снял диван. Выходить, обновлять. А, все понятно. Так что, не заходи пока нет? Ракшас пустит сам. Ты сейчас. Погоди, он поглотит. Ну, обновлять его будете, нет? А как его обновить? Да, его не надо обновлять. А, ну, все, хорошо. Там его обновлять нужно, когда вы уже это, когда мы вайпнемся. На лестнице, что ли? Ачивки. Сейчас лестница. Да его и вообще не надо обновлять, просто сдох и все. Бой же скидывается. А че он потом по итогу за 6 минут не убьем его бы слетел? Убьем, если всех дракончиков хилить будут. Я, блин, года 3 назад после нас здесь был, блядь. Поклонский, смени ауру. Опять в АФК ушел. Чё, дубль 2? У тебя есть танк, ой? Что ж, значит, она послала вас на верную смерть. А чё, Гал, у тебя нету против? Есть. Ну тогда спекайся, блять, а то мы... Спекайся, ну вот это пиздец. Да, кинуть надо Поклонского, там... А Лестер на ПБР, блять, тоже лезет.
Копал, кинь поварам каску. Погнали. А тут всем да эта ачивка нужна. Тебе и нужна? Нужна? Нет. Просто пусть тогда на диски садятся только те, кому нужно. Может, один раз сделать. Будем по очереди садиться. Ты тогда подбивай их, тогда минимум, да? Полипал, кулак, бахни. По кому? А, сейчас. Дай патиски. Слава. По Клонскому пати, да? Ну че, обратно в ДД спекаться по щеге? Нахуй его, бля! То если ты отойдешь, то лучше два танка тогда. Здесь меня ничто не ограничивает. Законы вашей драгоценной реальности тут не применимы. Да похер, давай в два на диске. Он меня потом подменит, я на диск прыгну и все. Че, так и тихо здесь? А нам лишний мусор не нужен. Мое терпение лопнуло. Пора от вас избавиться! Что делаем-то, чувака на диске надо бывать или что? Да. Вы вообще чуваков на диске не бейте, мы с Димой сами подобьем. А что это за телепортация какая-то? Вы только сами диски не бейте. Я не знаю, когда переход. Вон, вы искру мощи встаньте, РДД. Вы только сами диски не будете. А как на него сесть вообще? Надо убить сначала этого просто чувака. Просто поюзаешь. Нужно одного сначала убить, давайте вот этого добьем. Да я вам потом... тоже не убейте диски. Вот этих миники, бейте, которые внизу, их нужно всех убить. Шема. Сними ты Шема или так снимай. Я не знаю, в Шеме дело. Нет, там другая, короче, телега. Вот, которые херы летают, их убивайте. И они, короче, диск уронят. На него садиться и другого добить. Ты, Славик, поставь звездочку, чтобы мы одного убили, а то сейчас всех поубиваем, а нам нужно не добить. Одного только убить. Видите, диск зеленый летает, вот зеленым диском. Да, зеленый диск. Вон таргет сердце бить. Вот звездочку тоже все добивайте. Сейчас он спустит, Славик, прыгай в него. Все, он прыгает.
следующий поставь перед собой. Вот, видишь, за тобой летит, поставь на него звездочку. Дим, давай подобьем его. А ты должен добить просто. Оставить тебе несколько тысяч хп. Ты добьешь. Блять, какой же он медленный. Да не лети за ним, а он сейчас на встречу тебе прилетит. Стой на месте там, все. О, диск можете подхилить? Я подхилил уже. Сейчас там несколько хп останется. Дим, ты тоже бей звездочку. Да я его сейчас убьете его и все. Да я его точно не бей, я сейчас сама подобью. 2% оставлю, Славик добьешь. Пусть Славик. Все, добивай. Ну супер. Ходи ты с шаром, ходи. Погоди, попробую это с него слезть. Вон, садитесь. Давай теперь на мой таргет. Ты опять звездочку ставь. Нет, это нет. Ты дай сделай кощуку очистку. Я не сделаю. А че я по колу ездил? Это БУ, Слава, это БУ. Слава, не тупи, ты поднимайся, ё-моё. Бейте этих чуваков, давайте, я летаю. Как подниматься? Поставьте на мой таргет звездочку. Дайте проще составить ассистент. Дай мне ассист, слушай. Сейчас. Ой, блин. Где диск взять нормальный? Попал под хит. Вот звездочка, ребята, добейте, да, ее до 5%. Сейчас, но я сейчас сама, не трогайте звездочку. Кто сидит на диске, просто подлетите и его одной какой-нибудь тычечкой. Славик, сейчас скажу, куда. Все, давай, бей, иди бей. Сейчас, подожди. Все, вон, пуху в него. Чуть-чуть еще подбейте, прям. Вот 2%, все, бля, все, молодец, роял сделал. Еще один остался. Звездочку подбивайте. Да, садись на диск, нормально. Пробел, нажимай пробел. Пробел нажми. Я нажал. Я прыгаю как дурак просто. Тоже на пробел. Ты взлетай, ё-моё. Да как взлетай? Пиздец. Он права на ковер самолет не получил. Сейчас, я его подобью. Ну поднимайся, ё-моё, Слава. Да как? Я не могу твой похерить. Только не по... Да сейчас поднимайся и мы сделаем тем, кто не сделал. Идите в жопу, никто не трогайте звездочку, блядь. Сейчас, не бейте, я сама подобью. Тысяч пять оставь там. Не бейте, Земли же добьешь. Все, иди бей, подбивай. Иди бей. Не хватило, да? Короче, мы все сделали, кроме Славы. Вайбайтесь. Оп, ты еще верерами взял. Не, вообще верю. Почему сделать это пиво, да, Слава? Падайте с дракоша. А как падать? Просто на стрелочку нажми, на красную пойдешь вниз. Падение. Этот мир 10 раз подряд. Ну ты и дрищ. А почему он у меня не взлетает? Вы взлетаете? Да потому что... Потому что пробел надо. Бензин закончился. Так я нажал пробел, он прыгает просто. Нет, Славик. Не жмешь его, не отпускаешь. Потому что он бэушный, блядь. А чё... Типа сел на него кто-то и потом он уже это... все не взлетает. Да, это короче баг. Такой хуйни не должно быть. Ну привет, Циркульчу. По сути, это все на одном диске делается. Ну смотри, они лежат. Че, вышли? Я резвусь, мне еще нужно подождать немножко. А все сделали, да, кому нужно был кромсайк? Вообще красавчики, блядь. В прошлый раз так же было. Собрал нахуй. А сейчас сделаем, все, успокойся. Сейчас погодь-то подреснуть. Так вы еще знаете, это диски, это херня. Вы мне еще хламоботов должны сделать, Навара. О, хламоботов это вряд ли, блядь. Я думаю, это один раз было очевидно. Да не, ни хера, блядь. Пиздец. Че, ну типа трудно до хера? Ну, я ж там... Долго, блядь, пиздец, копить могу. Это 10 минут она же до берсы делается. Катить просто этого дурака, блядь.
Ну там мутанты все будут. Ну что, там вход потеряли? Все, да, мне просто, когда я встаю с тела, бывает она это... Ты ж прыгает. Славик, пошли потом неумирающего. Бля, я бы 8 тел все бы пронес бы с удовольствием. Все, можно сходить? Да заходи, где ты там? Никому, кроме синих драконов, не позволено находиться здесь. Возможно, это происки экстракции. После Малика сама плана вроде бы РС. Да-да-да, у меня РС включен. С сыночками. Нахуй это РС, блядь? Да там больше разговоров, она где-то 20 минут убивает. Ну, если не нубы, конечно. Чё, запускайте кто-то. Чё, сейчас делаем, убиваем, да? Вы что, запустили, что ли? Угу. Чё, чё он такой? Ого. Так, ну как это назвать? Чё это за дерьмо? Чё-то он забагался, похож. Надо было обновить инст. Падайте, в чем он с сейвом забил? Да, там блядь, Дима есть, он вам там Малигас передамаживает Ракшаза. Слишком далеко. Что значит передамаживает Ракшаза? Ну, теперь уже нет. Только, Дим, ты веешь такими скиллами, которые, ну, не стрелой, а такими, как у меня пытка? Высасывать жизнь, там, чтобы смог остановиться на 2% на трех. А сколько вара этот бросок урона не носит? Ну, ноль. 5 тысяч не крит, 12 тысяч крит. Смотрел, короче, на смартфоне. Про это, про Гарри Поттера, что-то там теория. Что-то такое. Там, короче, и стражей не мутил. Нихера себе, что я летел? Я боком как-то, смотрите, нихера себе. А, ребят, вы не убьете, слышите? У вас Дима охнулся. У нас нет РДД, вынужден вас опечалить. Да, вы падаете, да, вы убьете. Ну, диск-то сделаем, а потом убьем, нет? Нет, там вот с РДДшек нет. Ну, кто подбивать будет? А, Ракшас упал, что ли? Он не зашел. Зашел? Да, так уже все. А че вы мне диван дали? Че, выходить из инста или че делать будем? Да, надо, наверное, обновить. Давай я на шипашку вторым окном еще зайду. Да зачем сейчас у нас Кощуба есть танком? Когда я дам вам шанс. Шанс. Присечите на верность мне и может... Да мне просто триумф. Я еще не знал, что тут триумф будет. А ты думал, что тут? Не знаю, там какая-то эмблема Бибопа падает. Тут эмблема Воида падает. Эмблема Войда, которому не удается сделать диск этот самый. Так что делаем? Как выйти? Как выйти? Что делать? Ну если мы после дисков его убивать сразу же не будем, я могу там зайти вторым окном кем-нибудь. Ну не вторым окном, а это просто вместо пала, а потом на... Да? Нет. Нет, я на пала ачивы все делаю.
А потом на быстрое убийство зайти паладина. И вот эти 4 ачивы остались. Ну, с этого Лич Кинг 10. Ну, мне вот это вот последнее. Полин, тебе резали. Вставай давай. Я... Не, мне не резали, я бегу. В смысле не резали? Я лично резал под тело. А, ну теперь есть рез. Ну что, теперь есть рез. Все, резнулся. Ну тогда не было. А что вы планировали? Че, короче, сама подобью. В мои владения? Использовать магию? Против меня? Не, ну вот это хохма, да? Видели? Просто по время прокатил, боком так вот, как по воздуху завис. Вот это здесь было. Я думаю, что происходит. Один, да, вообще. Просто прыгает, как бичуган, смотри, просто. Вот что, запускаем? Да, вообще. Поклонский. Ракшас. Ракшас, Ракшас. Как он туда залез? Пока не было шарика, он туда залез. Когда шарик появился, он... Поехали. Здесь. Да, запускаю. Мое терпение лопнуло. Пора от вас избавиться! Фу, блин, машет крыльями. Да. Вот так. Не, ну это вообще жопа. А, я тоже бочком. Где? Алло. А у Вара нету больше никакой РДД стрелялки? Я... Героический бросок, который кастуется разве? Да, слушай, я убил его мили атакой. Вот сейчас, когда летал. Ты потому что летал. Не то, как я летал. Я там на полу был, на этом, блядь. Прям ниже плинтуса. Сейчас смотри, Славик, мы создаем первый, но вообще полностью убьем, ты на него сразу садись. Который с этой... Пустится с воздуха, не садись. А где моя ярость? Разозлись, Славик. Представь, что ты пиздишь промо. Лежерия. Сейчас боком встану. Та он Серсея боком валит. Куда он опять съебался? Живучими, чем я ожидал. Тем не менее, все ваши попытки тщетны. Это вы, безрассудные, беспечные, смертные! Вы виноваты в этой войне! Нет, это в натуре надо ДПС. Я делаю то, что я должен сделать. Прикольно, у Лока летают. Если этого требует вашего полного уничтожения,
Да будет так! Вот этих надо слить, да? Вы пока нижних полностью туда сливайте, а мы полностью звездочку сделаем. Дим, бей звездочку полностью. Сейчас он упустится, вот эта звездочка. Будешь... Сюда, в кубол, тащите их сюда. А нафиг надо, чё, блин, так поживём? Ну, блядь, у нас хапало, один там хилит. Так нормально, хилить и так нечего. Иди садись, Слав, беги вон где-то справа. Вон, погнали, покажу. Вот иди сюда, вон, видишь, вон, передо мной, на тот садись. Погоди, я на него сяду, на него сядешь потом. Он там. Улетает. Сейчас звездочку поставлю, эту звездочку нужно до 10% довести. Ну, до 5%. Давайте ему боб кинем. Приколюха, медленно летает так. Смотри, как я накренился. Ничего вы меня шмаляете. Смотри, может, можешь мили атак его побить тоже. Пока летаешь. Славик удирает от погони. Гадяй, стой. Подлетить. Пизда. Подлетишь на почти. Че, он поближе подойдет? Вот, да, давай. ЧВ прожал. Так, боб приготовил. 5%, Славик, добивай. Все, 4. Лови боб. Добивай. Все. Теперь, короче, этих нужно слить все. А еще паладину давайте мне. Не, ну мне нравится. Нужно. Нужна еще кому ачивка? Да, Верене. А, все, тогда звездочку тоже до 10% доводите. И вообще. И чё ты летаешь просто? Ты там чё ржёшь? Да мне как-то тарелка так, ну, дрюкала типа. Добьёшь? А, должен. Не, остановись. Вот. Типа вверх, понял такое, смотри. Все, 2%, давай, бей. Еще. Бля. Шоком его, шоком. Ой, бля, не могу. Ну все, больше никому не нужно. Все, давайте возьмемся, наберем кого-нибудь и это убьем за 6 минут. И чтобы нахуй вообще об этом инсте забыть уже десятку. Ну, выйдите тогда под этот. Я, кстати, вот сколько я на циркуле играю, но в 25-ке у меня за него, сука, нету ачивы ни одной. У меня какие-то есть там. Там тоже в 25-ке быстро убийство. Только, Славик, тебе нужно будет РДДшек добрать, а то это время тоже засчитывается на убийство, которое... Да, мне кажется, надо всем половинам, парам. Мне ачива нужна за first kill, так что я паладином никуда не пойду. Это палом иди, остальных всех РДДшек добери, и холи пала оставь. А, ну тебе тоже нужен, да, Славик? Нет. Быстро, быстро. Все тут делано, десятки. Я на шипы, наверное, пойду. Не знаю. Выйдите с этого, с купола, пусть вас убьет. А, да, привычка, что-то бегать в купол. Не проще ли добить мобы и на драконов упасть? Он так нас долго и упорно будет убивать. А если спрыгнуть? Правда? Не даю. Чё, спрыгнул? А если на диске спрыгнуть?